빨리 나와라 지금 나 와라 와라 and 나 와라 와라 너 나 와라 와라 더 Клип группы CLC Gobri. Топ клип. Вы смотрели его? Я знаете вообще CLC, знаете группу? Нет, такую группу. Это группа из Кью. Так что... Кью, Хёна. Да, Хёна. Хёна, по-моему, их и продюсировала, или что она сделала? Mm-hmm. Клип, короче, стиль их создала, короче, стиль помогла им. Здесь камбэкнуться, все, смотрим, кажется, приятно. А это оба сейчас смотрит, кажется, сейчас совсем не О, на самом деле, Джинни был хороший. Вам не нравится. Как Фомина, да? А мне нравится, да? Нет, мне у девушки немножко нравится. Это как смесь Фомина и Фоминан, да? Как будто бы. Да? Класс. А, знаешь, такое ощущение, что ты знаешь, кто клепаться не может из Фомина. Вот, например, да, черный пацан. Мне же голос такой же. Она сказала, что ей специально, ты должна петь так, как я. Или это Хёна? А это на кого-то похоже тоже. Как-то. Вот это вот, когда... Сосёна, я да. Да. Бакне. Это, наверное, Джихён, нам Джихён. Хотя здесь блондинка, она. И вот, который всегда поет. Сильные эти партии именно. Её, она нравится. Похожа на девушку, но не похожа на группу. Нет, не похожа про голос. Как ее? Джея, да. Вот это метиска, не знаю. Она не похожа на метиску. И, кстати, вот эта, которая блондинка была, она тоже метиска. Мне нравится вот ее прическа. Классная. Песня называется «Токиби», да? Да. А где они выходят? А они, может, не говорят? Просто они его... Что-то связано с ним? Поехали. Класс футбол, мне нравится футбол. Кьют! Какой макияж? Все девушки очень красивые, мне нравятся. Вот она метиска. А она метиска? Да, она тоже метиска. Две метиска. Она похожа на вампира. Ей бы только черные. Черные. О. Черные. Как снято, интересно, да? Такой цвет прям. Вот эта девушка, я ее знала уже до этого, потому что она всегда выделяла своей внешностью, но она мне раньше не нравилась, а вот здесь она прям такая прикольная. Она мне нравится, пусть даже и говорят, что она типа копия Хёны, мне пофиг, красавица. Это я знаю, потому что она участвовала в продюсер 101. Да, да, разобьем все, разобьем, разрушим. Танец классный, мне нравится. Мне кажется, что это женская версия группы NST. Кстати, ну типа говоришь, что пиарится, что они пропиарились за счет того, что, во-первых, тем, что они типа как копируют Фомина, а и во-вторых, что они типа назвали так свою песню Топ Каби. Вот. И так, типа, короче. Маркетинговый. Да. Ну, пускай, наоборот же лучше так, чем они будут опять свой концепт этот милашный и так и. Никто не обратит внимания. Мне понравилось, что здесь для каждой девушки дали почитав одинаковые да, вещи. Вот и ту увидела, и эту запомнила. Хотя у той девушки, которая с продюсерства один, мне кажется, у нее самая меньшая партия. А так у всех одинаковые партии. Золотистый? Да. Вот, я говорю, и она мне не понравилась, девушка сама себе, и вот этот костюм тут. А мне девушка нравится сама себе, просто одеть? Зачем ее так одели, да. Вообще, такой не очень костюм, надо бы так одевать.
Критика, критика. Может быть, ее больше всех не любят, поэтому ее решили самой не выпускать. А вот это слово «фига», потому что она классная на самом деле. Мне понравилась она. Но одели ее, конечно, стрёмно. Они дерзкие, да, такие типа. Девчонки дерзкие. Да, мне нравится больше такой концепт дерзкий, нежели милашный. Хотя, люблю песни твои стыка. Я бы посмотрела на дерзкий концерт пластика. Дерзкий давай. Ну, мне кажется, такого не может быть. Почему? Может быть. Ну, он может, когда вырастет, И в купальниках, и все. Я такого не знаю. Нет, ну почему? Обязательно дерзким. Дерзким нужно быть в купальниках, что, 4 minute hate или crazy. Нет, нет, я просто же говорю как пример, что их всех так одену тоже. Нет, пожалуйста. Вот, нет, просто я имею в виду, что песня не только милашная, а вот просто в стиле каком-то более зажигательном, что ли, тогда было бы круто мне послушать. Что праздный стиль, когда в одном стиле, мне кажется, все равно не так интересно. Скучно становится. Когда группа меняет свой стиль, покончим. Да, прощаемся. Давайте. Всем пока. Ну, а зачем прощаться, когда мы на следующий ряд.